Продолжаем движение. 114 серия. Мурманск, Магадан. В этой серии будет пройдено 67 километров. Крупный город Ачинск. Я титрами обозначил это место, где начинается граница города. Так. Так, смотрите, 114-ю, а я приступаю к обработке 115-й серии. Заготавливает корма.
Ачинск он издалека видно. Это Тариконы. Там, по-моему, углензёрный комбинат. Владелец этого комбината Дерипаска, кажется. Но экология, конечно, была там. Воздух был ужасный. Сколько раз проезжал, столько раз, ну, скажем так, матерился. Привкус металла. Привкус металла во рту от воздуха, которым дышишь, проезжая. Ачинск надолго остается, ощущаешь языком, и на торпеде скапливалась пыль белесого цвета.
машинка, камера. Вон они, тариконы, появились. Из-под земли добывают для наземных комбинатов составляющие для получения алюминия. И вот обратите внимание, ни хрена не изменилось. Роза ветров 10. А есть кто в канале, родной, проверить? Нормально слышу. Слышу нормально, меня слышишь? Да, на пятерочку. Ну, отлично. А где едешь? Сейчас скажу. Так, вот река Чулым на мосту. Принял? Да-да, принял. Я тут тоже недалеко. И вот Роза ветров. Такая, по-моему, ну, никто не учитывал, когда строили комбинат. Вот сколько раз проезжаю, и дым идет на город. Вообще не учитывали это такое понятие, как роза ветров. Вообще. Вот это во всей красе. Сколько раз проезжаю Ачинск, всегда дым от глинозерного комбината идет на город. Наверное, при проектировании вообще не учли розу ветров, блин. Не, они, короче, ее учли, да, и местные жители знают сначала, а потом что-то там поменялось или что-то такое, и вот так вышло. Он всегда дует на город. Там прям даже поселочек есть рядом возле него, то есть буквально с той стороны, где не дует. Там чистота, всегда белый снег, ну и вообще красота. Да, вот проезжаешь Ачинск, и потом долго во рту сохраняется привкус металла. Поехал туда грузиться цемент, где 5 лет. Все же безопасности я не спрятал, а не заставить машину брать на сюда бы Дерипаску с его семьей на время отпуска месяц-два, чтобы пожил в городе, ну было бы нормально потом. И фильтры поставили бы, или улавливать, или довели бы до ума. Ну нельзя же так жить-то, блин. Смотрю на город, такое это облако вот этой пыли или дыма над ним, просто ужас. Ой, базар, какой базар. Так, не получилось мне снять эти переконы. Негде припарковаться. Вот въезжаем в зону жутко экологической.
отключить, как мне отключить все это? Все я отключил. Вентиляцию, все. Уже. Дылища в салоне. Все дома вот слева сейчас наблюдаю, к сожалению, не могу остановиться. Все в этом, в этой пыли. Все в выбросах, в отходах комбината. Стояло проехать через Ачинск, на возникало чувство дискомфорта, потому что гадость. Проехать через город, ну, требовалось 15-20 минут, но потом на протяжении многих часов во рту сохранялся привкус металла. Это результат деятельности глиноземного комбината. При строительстве, по всей вероятности, не учли розу ветров, или, может быть, по другой причине, но дым от глиноземного комбината постоянно шел на город. Кроме привкуса от металла во рту, торпеда покрывалась тонким слоем пыли. То есть экология в Ачинске, ну, мягко сказать, плохая. Я неоднократно писал, бывает же, каждый год встреча президента по телевизору отвечает на вопросы. Я писал на эту передачу, и ни разу этот вопрос о плохой экологии города Ачинска не было озвучено. Но экологам, я думаю, нужно обратить очень серьезное внимание. Нужно подумать о здоровье людей. То, что сейчас творится в Ачинске, это, конечно, недопустимо. Дело в том, что и зимой, и летом, весной, и осенью приходилось проезжать. И вот это вот чувство, вкусовые чувства металла во рту, они очень неприятные. Вот как-то так. Жуть какой запах в салоне автомобиля. Чуть-чуть поменяется ветер, все это будет на городе. Сейчас вот на пригороде. До Канска 400 километров. Ну вот. Ориентир у нас был на Канск. Так. От дороги в Канске и в Ачинске. 500 метров на светофоре, поверните направо. Мэр Ачинска, тебе не стыдно за дороги своего города? А, мэр Ачинска?
нет. Автокемпинг, перекресток, автокемпинг, чехана. Это что, тысячи мелочей? Это Ачинск. Светофора, наверное, ждем. Вот какие дороги в Ачинске. Приветствуется навигация 24. У нас в продаже навигаторы, регистраторы, антирадары, DVD, рации, антенны, преобразователи, флешки, глушилки Платона, ремонт автономных отопителей и запчасти к ним, обновление на ребро, либо айфон. Глушилки. Музыки от 50 рублей. Глушилки Платона. Мы находимся по адресу АВС ГОСТ возле часовни на выезде из города Ачинска в сторону Новосибирска по левой стороне. Продать их на черном рынке или использовать для кражи финансовых средств. Пользователи просят внимательно совершать интернет-покупки к школе, не торопиться и проверять сайты на подлинность. Информацию о любом спецпредложении лучше проверить на официальном сайте. Об этом сообщает РИА Новости. Дороги. 8 миллиардов рублей направят на капитальный ремонт дорог в Крыму. Это позволит отремонтировать не менее 254 километров магистралей. Об этом пишет Росбалт. Реставрация будет способствовать повышению качества транспортной инфраструктуры региона. А это, в свою очередь, сделает его более привлекательным для инвесторов и туристов. Передвигаться по дорогам Балтийского станет и удобнее. Слушали новости. У микрофона был Евгений Ерозов. Дорожное радио. Вместе в пути. Новости на дорожном. Yeah.
есть люди, которым хуже. У меня вот мужу, например, 40. И он давно врач сказал, что ему нужно вести дневник давления. Ну, нужно ему, а вести буду я, естественно. Потом решу, что ему поставить по итогам четверти. Но я вообще не удивлена, что у него давление, потому что здоровый образ жизни, здоровое питание, это вообще не про него. Ни разу не было, чтобы он пришел в магазин без меня и купил помидоры. Нет. Там всегда какая-то сушеная рыба, мясные чипсы, какие-то сухарики. Я иногда думаю, что он так молодится. Типа вот, я не старый, у меня пепси. Мне кажется, надо запретить продавать такую хрень людям после 30 лет. Хотя он все равно будет пытаться. Он будет приходить в магазин в шортах, в кепке, такой типа, йоу, Моргенштерн, ЕГЭ, можно мне начес? Я говорю, да все такая, мужчина, я вам ничего не продам. У вас волосы седые на ногах. Понимает, подростка с барсеткой. Давление, потому что он все время говорит, давай потом, я сейчас не хочу. Я вот часто слышу, что в отношениях нельзя быть своему мужчине мамой, но я думаю, как не быть? Если он иногда стоит в трусах посреди комнаты с таким лицом, как будто он потерял трусики. Он вроде бы взрослый, но это все для вида. Вот на работе Роман Евгеньевич, я живу с Ромахой. Это совершенно другой человечек, который раз в неделю ест просроченные продукты, чтобы убедиться, что он все еще фартовый. Я хоть и замужем, но я могу сматериться. Просто многие женщины, когда выходят замуж, они начинают вести себя совершенно по-другому. Они становятся такие очень правильные. Типа, ой, нет, ну что, не могла я на выпускном блевать сыром косичка. Я уже тогда была леди. Я блевала только благородными сырами. Брикам, амбер, вот этими, которые одинаково пахнут до и после рвоты. Ну, я не хочу быть правильной. Мне кажется, это так скучно. Это надо все время улыбаться, говорить мягким голосом, носить бежевый, это цвет приличия. Ну, я вообще поняла, что по гардеробу человека можно много о нем сказать. Я, например, ни разу в жизни не встречала адекватную бабу в юбке в пол. Это всегда человек, который очень сильно во что-то верит. В астрологию, в Будду, в то, что рожать дома – это отличная идея. У собаки же получилось. Ну, у нас есть такой стереотип жены, что это такая улыбчивая женщина в бежевой водолазке, которая все время что-то готовит в горшочках, у которой дома уют. Но прикол в том, что если такой женщина вовремя не заварит киногричу, она уже через час будет плакать и жалеть, что не дала трубку, когда была такая возможность. Сейчас посмотрела «Великолепный век» совсем других настроений. Мне кажется, надо иногда позволять себе делать какие-то неправильные вещи, и тогда у тебя на дистанции все хорошо сложится. Вот люди, которые постоянно себя сдерживают, у них в какой-то момент срывают крышу, они начинают творить какую-то дичь. Ну, например, если ты иногда ради прикола пьяная воруешь в барах бокалы, это нормально. Но если ты оттуда вынесла бутылку вина без помощи рук и сумки, то это, конечно, сюрприз для мужа. Он скажет, надо же, а я думала, она не глубокий человек. Я не доверяю правильным людям, потому что мне кажется, они неискренни. Ну, вот знаете, мужиков, которые в Инстаграме посвящают огромные посты тому, как он любит свою жену, выкладывает видео, где фотографии меняются под музыку. Их еще Инстаграм блокирует не из авторских прав, а потому что... Ну, там же все фразы такие неискренние. Они типа, ты мой лучик солнца, только с тобой я хочу пройти это удивительное путешествие под названием...
оно получилось, не знаю. Плохо видно было на солнце. Давай, езжай, дружище. Замечательное место. Танцы.
помойкой прошу полюбить. Как везде в крыше. Кстати, я первый, кто вообще придумал матрицу. Даже мужик, который... Здорово! Алло!
картошки фри одна деревенька попалась. Видите такое? Вот это днюха! И смогу точно. Я не знаю, короче, не люблю, когда женщина командует. Ну, что не могу сделать? Ну, я из детства, наверное. Это вот меня больше воспитывала бабушка. А мне бабушка не то, что командовала мной, она мне все запрещала. Поэтому у меня в 16 лет был вот этот знаменитый подростковый протест. Я проколол свои уши, вставил серьги и пошел домой. И чем ближе я подходил к дому, тем громче мое внутреннее сыкло кричало «Стену!». Когда бабушку на кухне увидел, я эти серьги чуть и с ушами не вырвал. Просто как на коту сбросил их под холодильник. Они до сих пор там лежат домой. Думают, Валя, как же наши планы? Ты и мы. Милирование. Причем я оговорюсь, я ни в коем случае не желаю своей бывшей зла. Абсолютно. Просто хочу, чтобы у нее все было среднее. Пусть у нее будет богатый, успешный муж. Главное, чтобы он каждые 10 секунд делал ха. Ну что, малышка, поехали в Абу-Даби. Ой, просто я так долго, блин, я ой, очень долго хотел доказать своей бывшей, что я крутой. После расставания у каждого парня такое было, когда после расставания ты в голове ее так встречаешь. Как я свою бывшую в голове встречал? Я ее не встречал, я ее на БМВ сбивал. Она вот так вот летела в чан с говном, плюхалась туда, я выходил из БМВ с волосами. А в жизни вообще все не так. Я ее недавно встретил. Я вышел не из БМВ, я вышел из Дикси. А она из БМВ. Мы когда с ней встретились, я так растерялся. Она мне говорит: «Вань, привет!» И максимум, что я смог из себя выдавить, это... Чешского мультфильма превратился. Я еще боком вот так начал отступать, потому что у меня на жопе была вот такая дыра. Я думал, сейчас увидит, я вообще век не отмоюсь. Я такой стресс испытал, я только, чтобы понимали, я через 2 дня и написал, это был не я. У меня на этом все, спасибо большое, удачи, любви и терпения, пока. Победительницей первенства планеты. Началась эта эпопея в 2011-м в итальянской Роме.
бразильцы были 13-кратными чемпионами мира. Наша итоговая победа 12-8 казалась невероятной. Вчера на песчаное поле Лужниковского стадиона вышли Антон Шкарин, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Алексей Макаров. Те, кто выиграл первое золото для России. И в московском финале они были великолепны. Теперь они трехкратные. Как это красиво звучит. Счет игры Россия-Япония 5-2. А Михаил Лихачев отныне самый титулованный наставник на планете. Все три победы добыты под его началом. Кстати, к числу трехкратных я причисляю Илью Леонова и Андрея Бухлицкого, чемпионы 2011 и 2013 годов, теперь в штабе сборной. Да, давненько я не испытывал. Интересно, у паралимпийцев будет футбол? Я размазывал без стеснения по щекам слезы радости. Если кто-то из вас делал то же самое, вы меня поймете. Доброе, Саня Калерина и Мирослав Никитин. Говорил этот парень, что-то с Кавказом связано название кафешки. Но она, по всей вероятности, на противоположной стороне. Потому что он ночевал в Кемеровской области. Мгновенный расход.